Удар молнии распространяется по всей поверхности земли. По всей поверхности земли. Вот молния ударила, допустим, в дерево, и она начинает распространяться по всей поверхности земли. И она уходит далеко-далеко, вон далеко, несколько километров. И все растения начинают светиться в темноте, потому что от их листьев, от растений, от травы энергия вылетает. А под землей есть древесные угли. Ну, над каменным углем есть древесные угли. Потому что древесина сгорает, уголь остается там. И когда замыкается, выходит много водорода. Часть водорода проникает к растениям, а часть поднимается в космос. Там, где северное сияние от бета-электрона, от водорода, да, от трития. А часть водорода все же остается на земле, вот под шляпой гриба. Вот грибы имеют шляпу, и под шляпой она собирает водород. Поэтому это гидридные хранители водорода, да? То есть грибы — это гидридные хранители водорода. Под шляпой они собирают катион водорода. Спасибо за внимание.